Can you hold me up? Всем трям, мои ногтевые феечки! С вами Юлия Лапшина, нейл-мастерская Чеширский кот. И у меня заветные 6 баночек красоты от торговой марки Dance Legend. Это абсолютная бомба-новинка. Ну, как всегда, решать вам. Я ничего не говорю. Давайте поскорее выкрасим и посмотрим, потому что в банках смотреть не прикольно. Ну что, поехали наблюдать за этой потрясающей бомбичностью? Напоминаю, что я сейчас на типсик нанесла черную подложечку. Базовая коллекция Dance Legend by Юлия Белей. Безумно плотная субстанция, которая не поддается вообще осмыслению. Стоит как гель-краска, имеет липкий слой, расход материала минимален. Мы ее сушим 30 секунд в гибриде. У кого маломощный гибрид, лучше 60. В толстый слой мы его не наносим, потому что он может скукожиться. Теперь я беру глосс-топ, девочки, он без липкого слоя, просушка в гибридах 60-90 секунд. Я буду его сушить в гибриде Эми 30 секунд. Кисть жестковата, скажу честно, но она очень удобная в плане размера. Наносим небольшой слой, напоминаю, каждый косяк будет виден, поэтому без всяких гадостей. Открываем пигмент. Как вы видите, это безумно сумасшедшее создание. Всеми цветами радуги искрящиеся, мелкий помол. В продаже будут 7 ноября на сайте The Legend. Цена за 1 грамм 760 рублей, если не изменяет мне моя девичья тремская память. Но если что, мне все простительно. Берем аппликатор и на просушенную, горячую, без дисперсию, аппликатором это чудо или пальцем. Просто я, мои пальцы уже, наверное, побывали во всем, чем только можно. Втираем, девочки, втираем и наслаждаемся, как эта бомбичнейшая, нереальная вещь обволакивает наш черный гель-лак и становится просто неописуемой. Идеальный зеркальный эффект. Вижу свое отражение. Привет, трям. Поговорить сама с собой. Убираем красотень. Предпросушку в лампе делать не надо, потому что без дисперсию. Напоминаю, девочки, перекрывается он так же, как мираж. Я сейчас возьму уже готовый, подготовленный, да, типсик черненький. Нанесу на него тоже глосс-топ. У меня уже здесь черненький просушенный, напоминаю. Наношу, девочки, толстый слой глосс-топа не наносите. У него идеальная консистенция для работы в минимально средний слой. Открываю бомбичнейший номер 2, девочки. Это я не могу описать свое эмоциональное, но я не могу. И в горячую без дисперсию начинаем его затирать. Экономнее с крышки, но мне неудобно, поэтому я тут решила. Девочки, это мой фаворит, любимец, вообще просто любовь всей моей жизни. Умереть не встать, втирается моментально, девочки, просто моментально. Смотрим и умираем от восторга. Теперь хромик number 3. Я все время куда-то уезжаю из кадра.
Девочки, кто будет говорить, что у Дансов дорого, объясняю, в баночке за 760 рублей вы приобретаете 1 грамм. То есть вы его спокойно можете купить с кем-нибудь на пару. Просто как бы полграмма Дансы не стали делать, потому что в банке кажется, что его мало. Сейчас все пищат, в восторге сдерживаем. Это номер 3. Умопомрачительная вещь, девочки, она умопомрачительная. Берем спонжулину. Начинаем втирать в типсоид. Умирать от пищачьего восторга. Потому что это просто нечто, девочки. Расход минимален, эффект максимален. Смотрим, наслаждаемся. Так, наносим номер 4. Девочки, это анреальная бронза. Вообще, в принципе, пигменты больше сделаны как эффект замена хроматиком. Да, для удобства работы. Этот чистый, бесхамелеоновый цвет. Просто супер. Бронза. Бронзятина, рыжеватина, сумасшедшая. Мяу! Сейчас мы будем смотреть с вами номер 5. Это зеленусик. Хаки зеленусик. Но когда ты его натираешь, у него, ну, девочки, описать я не могу. У каждого свои ассоциации с каким-либо цветом. У меня это ассоциация с шоколадом, поскольку я вечно на диете. Вы посмотрите. Это просто... Ну, девочки, это зеркало, моментальное зеркало, девчоночки. Моментальное. Отсушили. Держите в восторге, девочки. Моментально. Это номер 6. Вы не представляете, насколько это бомбезно. Контрольный выстрел в голову. Это хром-хамелеон номер 6. Нереальные. Просто нереальные. Ну вот, мои девочки, сегодня я показала вам еще одну бомбезную новинку от торговой марки Dans Legend. Пигменты Хром Хамелеон. Все мои предпочтения вы уже слышали, выбирать только вам. И я только надеюсь, что мой обзор будет вам полезен, и вы сделаете правильный выбор в пользу потрясающей продукции. Все ссылки, где купить, что делать, оставлю под видео. У меня на данный момент все. С вами была Юлия Лапшина. Нейл-мастерская Чешилский кот. Всем трям, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Я же до чего-то должна здесь сидеть. Всем пока-пока, мои ногтевые феечки.